Skills для студентов – это не просто соревнование, это прекрасная возможность получить те практические навыки, которые в первую очередь так необходимы современным работодателям и в современном бизнесе. Ведь если вы являетесь профессионалом своего собственного дела, вы можете как найти хорошее место в крутейших компаниях, так и с другой стороны открыть свое собственное дело, начиная с позиции самозанятого. Ведь если вы что-то умеете делать руками и головой, вы уже ценны на рынке. Мы переработали конкурсное задание в той части, в которой можно было применить в дистанционном формате. И для нас, для самих, большой неожиданностью выяснилось, что большинство из наших модулей в дистант перекладываются, причем без ущерба для их качественного проведения и без ущерба для образовательной составляющей в каждом из модулей. Самое сложное, пожалуй, подготовка, потому что ты не знаешь, чего ожидать. Ты стараешься за достаточно небольшой промежуток времени попытаться охватить достаточно большое количество материала. И все же неизвестность того, что будет, немного напрягает.